Началось. Мудрые слова твои. Но началось. Руна не нужна, да? Да, руна для пидоров. Пол базы прошел. Думал, уже взяли пидоров. Мы два саппорта вниз пошли. Нормально, нормально. А, ну там тоже... О, Омник Сакс. Неплохо. Ну, можно пофармить. Два саппорта. Оп-оп-оп. А кто против нас будет стоять? Кент и Минер. Окей. Тут нету. Блять, куда был? Куда же мог поставить-то? Дебил, блин. Пошел, отдался. А, суицид уже есть. Понял. Красоте херачит, пацаны. Да, блять, он заебал на автоатаке бьет, блять. Мне не дает, сам не добивает. Иди взорвись, нахуй. Началось. Ебать, он вар, блять, поставил. Да сука, какого хуя, блять? Не закидывается на гору, ебаный рот. Во второй доте можно. После фишек не рубишь, знаешь. Кур надо апнуть. Сейчас отойду, что я
Витя, чё, как дела? Да, нормально. Шторм Спуру-то как у тебя? А, ты против Зевса стоишь? Ушел. Ушел. Понятно. Кем-то ЦП. Ну мудила, да ты заебал автотачи, тварь! Пошел ганга ДЦП дебила, он стоит за вышки. Придурок, блядь. Придурок. Хиль, давай хиль. Мы пришли с миром, блядь. Или в ноу. Ну, такие минеры мне нравятся, когда не опасны. Ну, можно теперь... Или в ноу. Да мне такие тоже нравятся, но... Они мне час продают. Да, блять, дайте мне на арканы, ёбаный, на фарм. Я еще ебалом торганул под вышку. Пиздец, Кент настолько пассивный. Это все. Это провал. Ну, у вас Алекс, да, я, в принципе, может быть, тоже умный. Что вы? Ну, 9-я минута еще. Ну, может появится скоро. Учитывая, что они там как стоит. Куда, блядь, ты стреляешь? Ёбаная помидорка.
насколько просто. Еще бы чуть-чуть убили бы из-за кента. Успел. Тупой, блядь, не побежал дальше. Сука. Стампида спиздил и норм. Ты еще у него спиздил, пиздец. Хотя там, в принципе... Пошел с меня со стампидой, гамбит. У меня КД, ДЦП ебаная. Только что нажимал. С КДшной стампидой? Ты только свою, блядь, свой обзор видишь, героя. Чё на карту вообще не смотришь. Тухлый, блядь, с каким-то шивым сапортом. Там, блядь, под Т2, блядь, я под Т2 за кентом бегу. За каким-то никчемным сапортом должен следить. С сапортом? Кент сапортом? Нет, я про тебя говорю. Ну, вообще-то там и твой кент был еще. За кентом не смотрю. Кент, так. Закинул лоха. Тушим говно. Сука. Сука, я сейчас закинул одного, блядь. Смотри, кентуха там еще. Сука, лалка, бля. Кентуха, здорово, братухачи, как сам? Змейки ставь, блядина. Здорово, братуха, кентуха. На, поебал у тебя. Бля. Хотел себе забрать. Этот вообще не хилит, блядь, фул мана. Тупая, блядь, шмара, а не омник. Вот тупой, а вот подхилил бы меня, сейчас бы у него мана полная была. Хуйло ебаное. Две фиссуры крест-накрест лежат. Хуйню какую-то спиздил у него. Такой умник, тварь, пиздец. Ни ульта в замесе не нажал. Не подхилил, только репил на себя потратил.
хуйню, блядь, забрал у Шейкера. Нахуй мне так говно. Кстати, а забавная хуйня. Как считаешь, вы с ним? Вы? Нет. Снайпер 0-3. Я вообще надежду как бы на снайпера 0-3. Ну, Шейкера даггер еще, ух, как не скоро. Минутик 25 в лучшем случае. Причем вардов-то и нету. Дно Шейкер. Дай ему главное даггер купить. Он не так должен... Так я имею в виду то, что он не нафармил, ничего не сделал. Как? Блять, взял Рубика под минера и минер ливает. Ну это пиздец. А это, кстати, так. Стандарт. Я тоже беру кого-нибудь под героя, он берет ливает. У меня есть тотем, нахуй. Джейсон? Ебать, Кент с СВГ. Опасный. Бля, он видит еще. Это минус два. Падла, вот фул хп себя хилит. Тот победа бил. А ты-то где вообще? Влетел бы, забрал бы меня. Блять, и чё я спиздил? Ничего? Заебись. Ульта потратилась и ничего не своровал. Он мне бежит спасать. Тупой, блядь, Кен врепил хуячи станы. Бать, конечно, меня сжирает. Лениковская. Я прилетел на крыльях ветра. Рассказывай. Братьев моих. Россия. Мне нравится, когда Рубик пиздит фиссуру у Шейкера, то она моментально кастуется сразу. Шейкер, там задержка есть небольшая. Ну да, корова же. А поднимет всю хуйню. Ты меня что спиздил-то, кстати? Я не у тебя спиздил. А не меня? У меня бы спиздил, может, съебался. Моих. Мудрые слова твои.
уже лечу. Он не думал. А, это ты там. Свой. Ребята гонятся. Что так много-то секаете? Два квалакса, что ли? О, он мне подхилил. Прокас прям. Первый раз. Иди сюда, тварь. Не уйдешь. Стикер ебаный здесь. Надо, блядь, сесть немного. О, Акс вернулся, он афакашил все это время. Поэтому вам так легко было. Я что думаю, может, мой сон? Я еще к клавиатуре, блядь, не привык пить. Да, блядь, я опять эту хуйню спиздил. Че спиздил? Блядь, ТТМ. А, кстати, знаешь, какие смешно? А, он мне пиздец реально урон дохуя дает. То есть я жму, плюс 347, иду такой, хоба, никто не ожидает, хоп, плохо, понятно. Не, подожди, если ты спиздил ТТМ, ты вот и можешь. Он даже не станет. Он просто урон дает. Укажи путь. Уже лечу. Мудрые слова твои. За братьев моих. Мудрые слова твои. За братьев моих. Мудрые слова. Уже лечу. Рассказывай. Но началось. За братьев моих. Уже лечу. Мудрые слова твои. Уже лечу. Мудрые слова твои. Ну сейчас уже кто-то будет дезморалить у вас, и это победа. За братьев моих. Посмотрите, уже дезморалит? Да нет. Почему меня в моей тиме все дезморалятся и ливают? Ну что, так надо. Сегодня хуйня у меня. Я лечу за братьев моих. Проси, о чем хочешь. А дефу можно выиграть? Угу.
Омник там бегает соло. Вот смотри, соло игрок просто. Стампиду хочу забрать. Кент, поделись, пожалуйста, стампидой. Стампидкой. Ну где ты, блядь, пидор? Мне дабл эйдж, блядь, забрал у него. Стампидку надо мне. Блять, против себя хуёво играть, конечно. Стампидка! Моя стампидка! Все, будем быстро бегать. Нас не догонят. Наш умник знаешь, что купил? Блять, ты посмотри закуп снайпера, господи. У вас снайперы есть, нихуя себе. Я реально не знал, что у вас снайпер есть. Пиздец. Блять, обоссанный шейк больше имеет. Пак. Ебаный просто забей. А шейкер не влетает, нахуй ему влетать. У меня в ебеня где-то торчит. Кого я убил еще, блядь? Лол. Я снайпера не... Не, ну такие фейлы забей. Уже лечу. Да хуй его знает. Нет, тут проёб. Вот сейчас мог влететь, заебись. Шейкер? Так, блядь, я его цепанул, сразу убили. Он пытался. То есть он влетел, ты его цепанул? Ну да. Так а как? Он, ну, он у него было вообще время там нажать? Ну он просто по мне... Нет, он вроде успел прокосить, ты посмотри. Так он прокурс, я уже сдох. Он, когда вот я ворвался, вы все на меня ставились, он должен был тогда влететь, он мог. Видимо, он жалость удалась. Далеко был, значит. Да недалеко он был, я вот именно влетел, бы. Он там стоял в сторонке. Я жду, он. Чё, сука? Стампидку спиздил. А, репел на него, окей, окей. Мне не дает, зато, блядь, врагу дадим. Нормально. Стампидку спиздил, стампидку пиздил, что ли? Да. Пиздец. Тем временем гражданин Веномансер сломал вам Т2 вышку. Блин, нормально. Ничего за Веном. Ясно. О, халявный фраг достается Веномансеру, который убил вышку. Минус Веномансер. Минус Омник. Это, блядь, не игра, это, блядь, просто идите, блядь, нахуй. Или нет? Лалкин! Да у нас снайпер. Вон он. Властелин тапков. В прошлой игре был Властелин колец, теперь Властелин тапков. Сколько у него там тапков? На каждую ногу? Один? А, три тапка у него. Кто убил? Три тапка у этого. Бля, у нас бы хоть чуть-чуть бы, хоть бы чуть-чуть такого пепел. Я вот только мид не прибавил, и все, все въебались. Ну Кент вроде здравый, только без даггера. Здравый? Но. Здравый браток. Уже лечу. Но началось. Уже лечу. Да как же тяжко без маны. Да-да, ну с орчидом-то более-менее. Хоть лес можем фармить нон-стоп.
лечу. За братьев моих. Ништяк. Ну, началось. Давай, ливай нахуй, все равно пользы нету. Атомника. Репел, блядь, на кента, стоим, блядь, бьем его, сагрили, поймали кента. Я, блядь, хочу ему кидать скиллы, хоп, репел вешает, нормально, нормально. На кентусика просто репел повесил, и все сдохли нахуй. Нормально, нормально. 4x4. Нормально, нормально. Да китак был 4x4, он в соло просто играет, атомник, он бегает. У вас веник там. А, веник тоже. Ну, он вышку сломал. Нормально. Экзинисты его бросали. Че это вышка-то? Похуй. Потом будете слетать за секунду. Да, давай, давай. Нам пизда, короче. Да, скорее всего. Ну, безумника вам, конечно, тяжко. Примерно так же, как нам без меня. Дело-то что здесь, конец. Тебе надо было с ним оставаться. Сейчас он лежит. Он будет закиски зал. И щелкает, щелкает, щелкает. Щелкает, щелкает, щелкает. Сами там с видони любые, щелкать, щелкать, щелкать. Шоу-да. Стампида моя! Еее! Моя стампидка. Насрал в штаны. Да блять, сколько же у тебя маны, пидрило? Блять! А, блять! А, ты сдох все-таки. Ки один ворвался еще бы, блять. Ха, вроде почти до базы дошел и сдох. Шекер в ебенях стоит. Нахуй так драться. Ну ладно, в принципе, Винни по одному достался. Ни о чем. 3-8, пацанчик. Жалко, здесь глиммера нету. Так бы помогал, пиздец. Но. Да кто тут его варить будет? Криты варят. Я готов. Я бы валю. Надо гоним делать. Гуляет пацан. Куда вы его отправили? Кто? Кого? А, он линул? Хузина, что он там делал? Кто его туда отправил?
лечу. За братьев моих. Уже лечу. Но началось. Уже лечу. За братьев моих. Во имя ворона. Мудрые слова твои. Но началось. За братьев моих. Я готов. Уже лечу. Рассказывай. Mm-hmm. Но началось. У вас тоже все спать. Ну что за хуйня? Блять, да какого хуя я опять говно спиздил, он же писуру кидал. Ну и говнище, блять. У вас феник-то под этой хуйней, что ли? Добро пожаловать. Под божественной аурой веник. Его силы земли защищает. Слышал? Ну забыл. Видел, кстати, как год, ну так, чуть-чуть, как год за этого играет. Он там ходит, ну, как варды ставит свои штуки. Что? Да, блядь. Ебаный. Да нахуй такой шейкер нужен? Он ни одного нормального вырыва не сделал. Ни одного. Все внизу дерутся, он где-то ходит. Нахуй он. Дебил, блядь. ДЦП, ДБЛ. Как и снайпер. У нас Акс есть, Витя, прикинь. Акс. У вас, кстати, тоже два ДЦП. И Акс, и Веник. Ну, Веник хоть варды как-то ставит. Более-менее просто. Ну, не, Веник. Веник, варды. Нихуя он не ставит, блядь. Где он ставит? Акс, конечно, да. Пацан, на город наших союзников напали враги. У меня нет времени. Три хп в ушки, бля. Рассказывай за братьев моих, мудрые
Я не знаю, вот куда идти. Видел, да, как я летаю, Витя? Видел? Да не. Чё, охуел, блядь? Ко мне подлетел и все. Хренные вещи пиздишь. Все, мана на исходе, бля. Ну пиздец. Ну зато манта у снайпера. Не знаю, ни одного норм-ульта от шейкера, это все. Это провал. Зато у меня твоя ульта есть. И мне похуй. Шейкер зачем-то гоним сварил. Ну а че ему еще? Ну я бы на его месте. Он вроде успел. Встал и стоял. Он вроде успел. Если один раз он нормально ворвется в 4, охуенно. Это все. Там столько, он, я вот не почувствовал, чтобы он там что-то внес какую-то ДМГ. Я вот вообще не почувствовал. Я не знаю, что он там делал. Мудрые слова твои. Уже лечу. Зевс еще толстый, пиздец. Да, Зевс как-то выжил вообще на ВОХП. Не, он высок, я его убил. Покажи путь. Ну я сам в итоге иду. Ку. Норм полетали. И напали. Уже лечу. За братьев моих. Уже лечу. Витька, я вам варды ставлю. В лес. Как ты на это смотришь? Уже лечу. Нормально. Слова твои. Уже лечу. За братьев моих. Я готов. О, снюпер. Чё у него есть? Минус веник. Мудрые слова твои. Чего желает? Укажи путь. Но началось. Уже лечу. Но началось. Блять, если пеник с нами ходил, он просто ультит. Зевс два раза ультит, все, блять, минус нахуй. Но у тебя там уже БКБ появилось. Ну да, если бы не жизнь была под песнями, говорится. Ну, началось. Уже лечу. Мудрые слова твои. За братьев моих. Мудрые слова твои. Уже лечу. За братьев моих. Уже лечу. Я готов. Бля, у меня 20 секунд. Ну, сейчас веник стоит, все стоят. Ой.
Я добил их. Вот, а, господи, что он творит? Господи. Стан, дай. Ебать, моментально, прикинь. Моментально. Сука. Ебать. Охуенно вообще. Моментально ульта снайпера. Четко. А деф или падла побойбекались или все? Да, да, он и все конченые. Этот мог меня засейвить, не сейвит. Да, снайпер не игрок. Все. Побойбекался, я побойбекался. Последние бабки лучше на хуйню подпишем. Тараску можешь ебануть. Да не, хуйня, Шиву, Хекс. Да я Шиву, да. Да, Хекс, там даже хексит нет. Шиву сначала. Был бы у вас щёмник, там бы пизда. Акс опять АФК стоит. Вернулся. Тараска. А, рецепт Тараски. Да ему похуй, блядь. Он говорят, не иди один, он идёт. Блядь, ну прикинь, 47 минут снайпер до сих пор не дамажит. Блядь, какие же конченые, пиздец. Бля, я хочу у снайпера еще спиздить ульту. Моментально кастуется, ебанись. Реально моментально? Да, я 2 даблкил за месяц сделал за счет снайпера ульты. Тупо моментально. Я к тебе прыгнул, я же тебя не с руки убил, а ультом. Че это за хуйня? Блять, хочу спиздить что-то. Все съебывают. Рассказывай. Уже лечу. Укажи путь за братьев моих. Мудрые слова твои. За братьев моих. Но началось. Уже лечу. Пиздец, у года там на 20 минуте 200 крипов было. Ну хотя у меня лесный ДП, но все равно. Уже охуел я, конечно. Блять, как же может шейки хорошо играться? Я хуй. Ну и дебильная катка, пиздец. Мы давно бы затащили, если бы нам адекватного снайпера. Ну. Да блять, у нас все адекватный дохуя. Удалась. Уже лечу. За братьев моих. Мудрые слова твои. Уже лечу. За братьев моих.
Да опять нихуя не спиздил. Че вот не пиздится-то у него нихуя? Я не пиздится. Да, сука. Пиздец, блядь. Шейкер ульту спиздил, проультил. А у меня, кстати, трипл там, омник. Спасибо. Ну что ж, вы вдвоем и ДЦП Акс. А на слей-то нету хули. Там даже уже Кен, блять, хуй чё Кенту сделаешь. Ну да. Только он пайп до сих пор не строит. С пайпом намного было бы все проще. Акс АФК встал. Не же бей 2x5, 2x4. Да, ну не знаю. Да. Спиздил. Да шлюха ты. Так все, Шекер пиздил? Пиздил, вот за миссию продал. Хули толку? Лей-то нет. Ну тогда вам сумме пришел. Акс, АФК. Какие катки. То прикинь, затащите, реально, вот сейчас вот затащите. Блин, да мы в принципе вот сейчас затащили. Уже лечу. Мудрые слова твои. Собратьев моих. Но началось. Уже лечу. Собратьев моих. Я готов. Уже лечу. Проси, о чем хочешь. Я готов. Сука. Так, мразь. Мне даже на него репорт лень кидать. Его за это могут забанить просто легко. Да, тут наверняка и я просто. У нас еще и фитил. В этом изи кат у нас еще и фитит. Началось.
О, у нас снайпер есть. О, привет. Как ты дефаете еще? Эй, опять что ли лаги начались? 75 лафенс так и стоит. Несите, блядь, быстрее. Че он, блядь, там дрочит, кент такой? Два на четыре вообще не выигрываешь. Изикаточка. Рубик саппорт на четвертом месте. Ништяк.